Детский сад «Калинка» был построен еще в 1989 году. И за 25 лет своего существования здание помнит только один капитальный ремонт в 94 году прошлого столетия. Чтобы поддержать помещение в надлежащем виде, каждый год дошкольное учреждение закрывается, и сотрудники занимаются косметическим ремонтом. Однако в этом году они постарались и провели тут больший объем работ. Мы выровняли стены и потолки, постелили линолеум, заменили в санузлах плитку и унитазы, затем мы поменяли мебель, пластиковые окна поменяли, но в этом нам как бы помогали сами родители, потому что родители видят, что детский сад красивый, поэтому они как бы нам стараются помочь. На сегодняшний день все работы в саду, как и во всех дошкольных учреждениях, завершены. И до 1 сентября осталось лишь пройти проверку на готовность принять детей. Межведомственная комиссия, куда входят специалисты надзорных органов и администрации города, начала свою работу 4 августа. Особое внимание специалисты уделяют осмотру прилегающих территорий. Здесь не должно быть незакрепленных конструкций и посторонних предметов. Маленьким горожанам важно обеспечить безопасное времяпрепровождение. Для этих целей также в саду были установлены камеры видеонаблюдения. В этом году были введены и новые требования, соблюдение которых проверяют специалисты отдела надзорной деятельности. В соответствии с федеральным законом номер 123, это технический регламент о пожарной безопасности, с июля месяца 2014 года объекты детских дошкольных образований должны иметь, дублироваться сигнал подразделения пожарной части без работника, без персонала. То есть автоматическая пожарная сигнализация сработала, вывод пошел в пожарную часть. Комиссия осматривает и сами помещения детских садов. Под пристальный взгляд проверяющих попадает все, начиная от помещений для мытья посуды и заканчивая музыкальными залами. Важно, чтобы из групп, где пребывают дети, были дополнительные выходы. В общем и целом, детский сад номер 40 оставил комиссии хорошие впечатления. Приступая к работе, уже проходя ряд дошкольных образовательных учреждений, остается приятное впечатление о том, что для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году вложено очень много внимания, труда со стороны работников данных учреждений, и оставляет приятное впечатление, что данные вот три объекта, они принимаются без единых замечаний. После проверки детских садов комиссия приступит к школам и учреждениям дополнительного образования, чтобы к 20 августа все они были готовы принять детей. Лилия Ахметова, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».